Я приветствую всех и каждого, дорогие друзья. Мы на финале Лиги Чемпионов, где мадридский Реал будет биться против Ювентуса. Так получилось, что финал у нас получился такой же, как и в жизни. Показывают нам кубок Лиги Чемпионов, и команды настраивают капитаны своей команды и уже выходят на зеленый газон. Джан-Луиджи Буффон и Пеппи сегодня в роли капитанов. Кейлор Навас, Серхио Рамос, Дани Карвахаль, Марсело. Это защитная линия мадридского Реала. Ну и посмотрим, кто же там у них сегодня будет играть еще. Наш состав, могу сразу сказать, не изменился. Все те же лица, которые приносили нам победы в прошлых играх. Тони Кросс, Хамес Родригес, Гаррет Бейл, Криштиану Роналду, Асенсио и Альваро Моратта, бывший игрок Ювентуса, сегодня будут биться за кубок и за победу. Ну что ж, дорогие друзья, команды поприветствовали зрителей, прозвучал гимн Лиги Чемпионов, ну и давайте приступать. На мой взгляд, газончик для финала мог бы быть и получше, какой-то он весь затертый. Но не ради газона мы сегодня здесь все собрались. Какая перепасовка! Хамес! Марсело! И штанга! Очень опасно атакует Мадрид. И здесь как Хамис-то накрутил он. Келлини сделал вот такой вот пас на Марсело, и Марсело попадает в каркас ворот. Тони Кросс. Подача. Выстрел головой, это Асенсио пробивал, но мимо. Пауло Дибала. Подача. Квадрада, нет, не добирается до мяча. И Хамес переводит мяч на Роналду. Его встречает Дани Алвес, который очень много времени провел в Барселоне. Хорошо знает игру португальца. Здорово, Квадрада. Дибала делал неплохой пас на Манджукича, но не получилось. И здесь офсайд. Альваро Моратта залезает в положение вне игры. У нас близится уже концовка первого тайма. И посмотрите, какая ошибка Буффона. Но исправляется. Тут же исправляется Буффон. По ударам пока что мадридский Реал впереди, но не сказать, чтобы моменты были прям невероятно опасны. Дани Алвес, подача! И какой момент у Игуаина, не попадает он в ближний угол. Сколько голов он уже похожих на забивал в этой Лиге Чемпионов, но здесь не получилось попасть в угол. Пауло Дибала. Квадрадо. Долго. Ну вот сейчас здорово, Квадрадо один. И можно подавать, подача. И снова Игуаин забивает. Да сколько же можно такие моменты. Грубо играет против Дибалы, но судья показывает, что все в пределах правил, и Криштиану Роналду. Ух. Квадрадо переводит мяч на Манджукича. Манджукич один. Гонсало Игуаин. Ну как же так? Квадрадо, еще одна подача Дибала. И снова мимо. Ну не идет сегодня мяч в ворота. Какие моменты. И третий момент, когда наша команда не забивает. Двойная замена Асамоа и Лихштайнер у нас появляются вместо Гонсало Игуаина и Квадрадо. Освежим немножечко нападение. Отличный пас. Лихштайнер, подача.
Еще один удар. И не попадает уже Манджукич. Блокирует и, по-моему, должен быть угловой. Так и есть, друзья. 5 минут до конца. Паоло Дибала подает. Подача, удар головой. Нет. А Самоа. Ну. И никого, никого не оказалось рядом. Поддавили Реал. А сейчас опасно. Как опасно. И угловой. Будет угловой, друзья. И все близится к дополнительному времени. Кейлор Навас в штрафной. Нет голкипера на воротах. И, друзья, вот на этом опасном ударе головой Гаррета Бейла основное время матча заканчивается. И посмотрим. По ударам равенство. Давайте сделаем замену. Выйдет у нас Миралим Пьянич. Здорово, Дани Алвес смог выцарапать мяч. Пас на Манджукича. Подача Манджукича, но нет. Не получилось у него докрутить. А Самоа. Удар по воротам спасает. Спасает Кейлор Навас. И снова Роналду. И Келлини, молодец. Нужно забивать, ребят, нужно. Уже Реал пошел большими силами в атаку. Ну, а мы, собственно, играем по той же схеме, как и играли в начале матча. И, друзья, первое дополнительное время закончено. Удар по воротам и выше. Миралим Пьянич мог забить. Ну, как мы видим, вот Реал начал убегать в атаку. Опасно. Криштиан Роналду и Буффон, молодец. Ну, сейчас-то, ребят, в большинстве. А Самоа. Пьянич. А Самоа. И гол! Гол, 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 гол. А Самоа забивает, ребята. Ух. Долго возили здесь штрафной соперника. И Пьянич пробил, но попал в защитника. Мяч отскочил Самоа, тот с левой ноги пульнул в дальний угол. 0-1. 0-1 и 120-я минута. И все, друзья. Звучит финальный свисток. Это победа Ювентуса в Лиге Чемпионов. И сейчас Джан-Луиджи Буффон поднимет кубок. Когда я записывал эту карьеру, я еще не знал, кто победит на самом деле в Лиге Чемпионов. И до сих пор не знаю, потому что она еще не завершилась. Но в нашей Лиге Чемпионов победил итальянский Ювентус. И Джан-Луиджи Буффон поднимает кубок над головами футболистов. Спасибо всем за просмотр этой невероятно, на мой взгляд, интересной Лиги Чемпионов. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи, еще увидимся. Всем спасибо и пока-пока.